Это карбюратор не жигулевский. Нет. Два, блядь. Москвичевский. Как это два? Ключ. Это, блядь, специальный ключ. Они... Дядька вчера, это привет, дорогой, в Пирятине, я ему пообещал, что ты в прямой эфире выставишь, он пьяненький был вчера. Ну тот бородатый, лысый, батюшка ваш, я говорю, да, говорит, знаю. Говорит, а когда посмотреть? Я говорю, он завтра приедет, обещал. Так а что тут мотор от Запорожца? Это не Запорожца, это от самолета, ты же видишь. Пропеллер, если так на взлет. Если ты посмотришь, видишь, каждая камера получается отдельно, как инжектор. То есть непростой карбюратор здесь. Ну, по заданию. То есть это двухкамерный. Как холодильник? Ну да. А, это бензобак у вас тут однокамерный. Огнетушитель нацелен прямо на этот. Ну тогда ехала сталь. Так а здесь и духи. Вот. Так это для Руслана вы уже готовите, решетки поставили. Нет, Мишка видел спальное место сложил. Не видел. Я прилипаю спиной к этому, к ручке входной. Так, а тут тоже, Миха, смотри, вот эти штуки надо соединить, и будешь как на самолете, это самое, штурвал на себя, ручки знаешь, на себя. Это. А, я первый раз видел, когда Миша говорит, Миш, проедь, пожалуйста, Миш. Ну, не хочу. Не хочу. Так тут какая-то конструкция, ведмедик, клышоноги называется сзади. Что у него колеса матом стоят? Посмотри, как называется. Сильверстоун. Это, по-моему, сами гвоздем писали. Так а что колеса так криво стоят? Ну, доставка. Видишь, как матрасики положил, кудушечки еще. А, все раскладываются? Да. Ну, военное предназначение, наверное, другое для таких. Ну, носилки. Это самое, ну да. Ну, такое интересное. Так а что колеса так матюком стоят? Ну, это ж сын этого создателя Татры какой-то. Не гнутые? Это ж Татра. Я понял Татра, а как они выровняются? Или они так все время стоят? Но Татры же независимая подвеска, а тут же получается эти. Такая же, как Татра. Так оно тоже какое-то торсионное, типа... Нифига себе! Так получается, что как независимая подвеска сзади. Да, вся. Вот это колбаса какая. Вот это инженеры думали. А я думаю, что так колеса матом стоят? Как вам едет? По две пружины. По две пружины. Какая-то стойка стабилизатора сумасшедшая такая. Интересно, интересно. Это глушитель такой. Это с чипиров все. Ничего себе глушителей сколько. Так получается у него вообще независимая подвеска практически. Ну, как она? Панцирная рама. Видишь, это же просто она не кузов прикручена. Ну да. Труба и все. Я говорю, ледотка называется. Бабушка ездила за хлебом. А, Пуч Штейр. Штейр Пуч Пинсгауэр. А это что за дырка? Хотите увидеть, где номера, номер кузова на машине? Где? Принесите, перенеси нереально. Смотри, перенеси его нереально. Откручиваешь дверь, откручиваешь в другой машине и поехал. А вот эту штуку можно открутить и хавать с нее, смотри. Так это же все предназначено для этого. Только дырка есть в тарелке. Там ложка просто крепится. Весло. Блин, конечно. Конечно, интересно, интересно. Как он едет, Паша, ты даже представить не можешь. Только выезд, когда... Выезд. Блин, карбюратор у вас теперь так много. Так это на каждый цилиндр по карбюратору или как? На каждый цилиндр по камере. На каждый цилиндр по камере. Ты будешь там как этот, как Луаз с этой с паяльной лампы ты заводил? Знаешь, как он едет? Паш. Вот у тебя номер, наврал ты все. Этого не вообще, это не у всех есть. Как он едет? Хорошо едет, да? Слонякий. Я даже не мог представить. Тормоза, братан. Вот, что там? Надо их прокачивать.
Да, интересный аппарат. Очень мягкая машина. Спасибо. Да. Чего только не увидишь тут. Вон и Леонина тачка что-то тут делает. Вот запчасти лежат от Штейра. Так, Бодя, а что же вы запчасти побросали, эти швеллера? Блин, ну интересный, конечно. Крышу, да? Понял, именно, блядь, берешь. Гибкий этот, как жидкий терминатор, блин. Бодя, ты опасен уже, извини, если я что не так сказал. Блин, это от чего ключ такой? Это в нем, что ли, был? Ключ гнет руками. Это самое. Гибкий. Как он мягенько едет, Паша? Так когда мы уже на это? На выезд. Я слеплю? Ладно.